Привет, Самара Гис. Вера Полоскова. Яблоко. Попробуй съесть хоть одно яблоко без вот этого своего вздоха о современном обществе, больном наглухо, о себе, у которого все так плохо. Побудь с яблоком, с его зернами, жемчужной мякотью, алым боком, а не дискутируя с иллюзорными оппонентами о глубоком. Ну, как тебе естся? Что тебе чувствуется? Как проходит минута твоей свободы? Как тебе простое, без доли искусственности, высказывание природы? Здорово тут, да? Продравшись через преграды, все видишь, сколько теряешь, живя в уме лишь. Да и какой тебе может даться любви и радости, когда ты яблоко не умеешь?